Наблюдать птиц летом не так просто, как ранней весной. Одних птиц прекрасно маскирует от наших глаз густая листва. Других надежно скрывает высокая трава. Чаще всего летом встречаются молодые птицы. Они еще не опытны и не пугливы. Вот греются на солнышке молодые скворцы и воробьи. В старом хвойном лесу можно увидеть птенцов-пищухи, совсем недавно вылетевших из гнезда. Молодой дрозд взгромоздился на верхушку ирги полакомиться поспевающими ягодами. Молодые зарянки могут повстречаться прямо на тропинке. В лесу кукует кукушка. Это крупная птица пепельного цвета с пестрой грудью, немного напоминающая ястреба. Сидя на ветке, кукушка всегда качает хвостом. Эта птица особенна тем, что может поедать больших мохнатых гусениц, которых другие птицы не трогают. Украшением летнего леса является иволга. У нее примечательная песня, похожая на звуки флейты. Птица яркая и красивая, размером со скворца. Она хорошо маскируется среди листвы на верхушках деревьев, и хотя ее песня слышна каждый день, увидеть ее удается очень редко. В конце июня, начале июля птицы смолкают, и в лесу становится непривычно тихо. Увидеть птиц в лесу в эту пору уже не так просто. В это время пернатых можно встретить на каком-нибудь маленьком прудике или лесной лужице, куда они изо дня в день прилетают, чтобы утолить жажду. Вот прилетел на водопой чиж. В маленькой лужице купается птенец большой синицы. Увидев снегиря, не удивляйтесь, ведь снегири – кочующие птицы, и многие из них проводят лето в наших краях. На лугах издалека можно приметить птиц, сидящих на верхушках травинок. Это уже знакомые нам луговые чеканы. Летом в сельской местности можно увидеть аистов. Они питаются насекомыми, лягушками и змеями, которых собирают на лугах и болотах. Эти большие птицы часто садятся отдохнуть на столбы. В прудах, озерах и речках подрастают утята. Они прекрасно плавают с самого рождения, а летать не могут. Их крылышки отрастут только к осени. Только как бы ласково не светило летнее солнышко, всегда надо быть настороже. Птиц подстерегает много опасностей и на земле, и с воздуха. На лугу хозяйничает маленький, но коварный жулан. Мелкие птицы остерегаются его и не гнездятся с ним поблизости. Ведь жулан легко может погубить их птенцов. Еще более опасен чеглок.
Это настолько ловкий и быстрый сокол, что может сбивать на лету даже стремительных ласточек и стрижей. Опасности подстерегают птиц и ночью. С наступлением сумерек вылетают охотиться совы. Например, неясыть. Если вы хотите увидеть летних птиц, придите на лесную опушку ранним утром и затаитесь. И тогда не сразу, а через некоторое время, словно проверяя вас на терпение и выдержку, лес начнет приоткрывать вам свои тайны.